Я не сею, не пашу, занимаясь, я ушу. Если милый будет драться, в два приема уложу. Так чувствую, вот, скоро прям случится. Вчера у нас был веселый день. Нам пришло вечером, пару бутылок шампанского, мы чуть-чуть чокнулись. Ну, шампанское, ладно, что. Чуть-чуть чокнулись мы, потому что наши друзья, которых мы встретили на Арбате. Да, наши поклонники с Арбата. Да, они порадовались, что нас увидели, а мы порадовались, что их увидели. А еще с Катей мы вчера посмотрели чемпионат мира по футболу России и Испании. Еще раз порадовались за наших. Просто Катя тут кричала, не знаю, кто-нибудь видел, кто-нибудь нет. Я просто очень сильно люблю футбол. Да, она любит футбол, она еще и патриотка страны и любит Россиюшку-матушку. Вот, как и я. Я надеюсь, знаешь, на что, Кать? Что коллеги, которые нас смотрят с той стороны... такое? Боже мой! Что там? Почему я наткнулся на это? Что это? Что? Вот это что? Плохая новость сегодня утром в том, что я наткнулся на козюлю. Сразу на Макс. А теперь да? Голосование. Это была кровавая козя. Это была кровавая козя. Мы честны здесь, и что происходит, то происходит. Серьезно? Под стулом, прикинь, вот так взял стул. Большая, кровавая. Иди руки мой. Фу, я мыл их. Боже, как мне жить. Жесть какая. Капец. Понятия не имею, кто это сделал, это раз. А два, Ну тут же... Достанешь ее оттуда? Нет, она здесь. Фу, нет. Я не лгу. Фу-фу, хватит уже. Где этот стул, блядь? Васич! Нет! Да ну, это ненормально, потому что... Да фу! Ребят, идите все сюда, я вам ее ближе покажу. На этом стуле была козюля, прям на стуле. Наткнулся пальцем на нее, я в натуре. Это кровавая! Я вам отвечаю. Это была козюля! Я просто... Я вам отвечаю. Я тут хохочу. Собака подбирает на улице и ест кал других собак, кошек и людей, так как он является для собак очень привлекательным из-за сильного запаха. Ветеринары называют несколько возможных причин капрофагии. Скоро тебе не ночи будет сидеть. Это находящиеся в ее организме, нехватка минеральных веществ и даже истощение.